Было здоровье, нет здоровья. Эй, скорее, проснись скорее! Волки, что ли, у дверей? Ты чего шумишь, старуха? Смотрите, я нашла! Наша курочка, пеструха, под кустом яйцо снесла! Не снесла! Ну, какое дело? Ну, что ты, баба, обалдела? Так яйцо-то непростое! А гляди-ка, золотое! А, дивные дела! Золотое? В самом деле, мы с тобой разбогатели! Погоди, горит, как жар! Ой, не случился бы пожар! Ой, блестит, слепит глаза! Это чудеса! 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 Может, вор его украл? В самом деле, вот напасть. Ты в сундук пойди, запри его. Нету дома никого! Лишь соседи, как назло, не народ им принесло. Ты пойди, задвинь засов. Ага. Да спустить бы надо псов. Ага. Надо нам его продать. Кучу денег могут дать. Завтра в город я поеду, там базар бывает в среду. Богатеев много там, вот тиечка я продам. Ой, как дадут мне денег груду, накидали мне рублей. Ой, на совок себе добуду я сибирских соболей. Тонких кружев накуплю я, разных юбок, 40 штук. И шаль, в цветочках голубую. Ой, до краев набью сундук. Что ты мелешь, небылицы? Ишь, сыскалась молодица, наряжаться разный хлам. Нет уж, если мы богаты, я построю вместо хаты трехэтажные палаты и беседки по углам. Не, ну наказание с глупым мужем, а? Ну что ты, старый, не блажи? Ну, мы живем других не хуже. И зачем нам этажи? А за эти, за беседки? Засмеют тебя соседки! Пусть смеются, мне не жалко. Да уймись ты, не кричи. Вон упала на пол скалка, чугуны двумя кричи. Ой, не мил мне белый свет. Да хозяин не видел. Ой, прыщи, покатилась. Покатилась и разбилась? И скорлупки не осталось. Все куда-то подевалось? Ой, лишились мы всего из-за спора твоего. Ну чего мы затужили? А чудес одна беда. Будем жить, как прежде жили. И работать, как всегда. Да. И шубейку справить можно. И подправить можно дом. Только то, видать, надежно, что дается нам трудом. Да, нежданное богатство нам с тобой пошло не впрок. Стали мы людей бояться, запираться на замок. Размечтались, как глупцы, про наряды, про дворцы. Да, нам бы надо не брониться, глупых ссор не заводить, а с друзьями поделиться. Всем подарков на пути. Открывай, старуха, дверь. Что нам, прятаться теперь? Ну? Эй, сосед! Забывать друзей не след. Заходите на часок, у меня хорош квасок. И соленье, и варенье. Заходите без стеснения. Сидя,